здравствуйте. Эфир продолжает программа «События». В студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Более 100 малышей пойдут в новый детский сад. В Самаре открывают детское дошкольное учреждение на улице Подшипниковой. Заложили капсулу в основание будущего бассейна. В следующем году возле корпуса Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики появится новый спортобъект. Отвечай и выигрывай. В областной столице наградили победителей конкурса «Самара в движении», который приурочен к 80-летию самарского троллейбуса. Долгожданное событие. В Октябрьском районе Самары открылся новый корпус детского сада номер 291 на Подшипниковой. Его возвели на средства национального проекта «Демография» в соответствии со всеми современными нормами и требованиями. Здесь предусмотрен и доступ для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в торжественной церемонии открытия принимали участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы Александр Хинштейн, глава Самары Елена Лапушкина. В новом здании побывала и наша съемочная группа. Юная Адриана уже вовсю хозяйничает в комнате нового детского сада. Переставляет контейнеры, пересаживает кукол. После праздников мама поведет ее именно в этот корпус, который только открылся после строительства. От дома до современного, обустроенного, яркого и красивого здания идти всего 7 минут. Лично мне понравилось здесь то, что ребенок везде может все сделать сам. Не обязательно ходить за ним по пятам. И ступеньки везде, маленькие перила, везде антискользящие покрытия. Очень удобно, мне очень понравилось. Продуманность в плане именно для маленьких деток. Новый корпус 291 детского сада примет 112 воспитанников. Будет 6 групп. Одна из них для детей с ДЦП. Первая в Самаре, интегрированная в общеобразовательный сад. Еще одна группа для детей с расстройствами аутистического спектра. Комфорт создан и для маломобильных ребят. Также будут работать и дополнительные творческие кружки. Весь персонал уже подобран и прошел соответствующее повышение квалификации. Мы стали больше. Мы расширились. Потому что в первом корпусе у меня 7 групп, а в этом корпусе 6 групп. Конечно, детский сад стал больше, коллектив больше. Детей мы сможем взять больше, те, которые остаются в очереди. 112 человек. Поэтому ждем с нетерпением наших воспитанников. Все оборудование соответствует современным стандартам. Особое внимание и безопасности, системы пожаротушения и видеонаблюдения. В этом в день открытия убедились и почетные гости. Помещение смотрели губернатор региона Дмитрий Азаров, депутат Госдумы Александр Хинштейн и глава Самары Елена Лапушкина. Губернатор подарил коллектив учреждения развивающие пособия для детей. Очень надеюсь, что этот сад станет по-настоящему вторым домом. Ничто не заменит, конечно, тепла родных и близких людей, но отношение педагогов, руководителя детского сада говорит о том, что и здесь постараются воспитатели в первую очередь, да все, конечно, уверены, повара постараются, для того, чтобы деткам здесь было интересно, было вкусно, чтобы вы чувствовали, что у вас ребенок в безопасности. Детский сад был построен на средства национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Наконец-то. Благодаря национальному проекту «Демография» это здание возродилось, это здание получило новую жизнь, такую востребованную жизнь, где будет раздаваться детский смех, где будут заниматься с нашими детьми. Поверьте, для города это очень важно и очень значимо. В завершении торжественного открытия почетным гостям вручили приглашение уже на следующий день рождения садика, который состоится через год. А пока детям и воспитателям нужно будет обжить новое здание, сделав его по-настоящему уютным. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Губернатор Дмитрий Азаров назначил на должность заместителя председателя правительства Самарской области руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Александра Винникова. Об этом стало известно в ходе оперативного штаба, который провел глава региона. Напомню, ранее Винников занимал должность начальника областного главка полиции. В июле этого года он покинул занимаемый пост в звании генерал-лейтенанта. Теперь продолжит работу на государственной службе, решая задачи по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, используя накопленные опыт на службе в Министерстве внутренних дел. В свою очередь, Юрий Иванов, ранее занимающий пост руководителя департамента, продолжит работать в региональной команде в должности советника губернатора. В здоровом теле здоровый дух. Депутат Госдумы Александр Хинштейн принял участие в церемонии закладки капсулы нового спортивного объекта – бассейна. Его построят рядом с корпусом Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики. Подробнее об этом в нашем материале. Менее чем через год я всех заранее собравшихся здесь приглашаю для того, чтобы совершить первый торжественный заплыв. Он
не умеет ни читать, ни плавать. Так в Древней Греции говорили о человеке, недостойном называться гражданином. В то время владение этими навыками рассматривалось как символ разностороннего развития личности. Студент Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики грамотой владеет. А уже совсем скоро особо спортивные и инициативные смогут заниматься плаванием на базе университета. Для этого здесь построят большой бассейн. Посещать его смогут не только студенты, но и все жители города. Депутат Госдумы Александр Хинштейн принял участие в закладке первого камня. 3, 2, 1, поехали! Студент – это человек активный, как правило, и когда у него есть возможность заниматься спортом без отрыва от учебы, это во всех смыслах только в лучшую сторону влияет и действует. Ну и кроме того, бассейн открытый для жителей близлежащих домов, поэтому здесь, в Октябрьском районе, он особенно нужен. Планируется, что здание будет двухэтажным. Бассейн длиной 25 метров на 6 дорожек разместится на втором этаже. Строительные работы начнутся уже со следующей недели. Финансирование будет поступать из федерального бюджета. Нам нужно до 1 декабря уже здесь вырыть специальный котлован, залить фундамент и начать уже строительство. Это нужно сделать до первых сильных холодов, чтобы земля позволяла осуществлять стройку. Подрядчик уже полностью готов, и уже на следующей неделе уже сюда приезжает техника и начинается строительная работа. Ну а пока ребята будут заниматься в других бассейнах. Своего места для плавания студенты ждут с нетерпением. Тут будут проводиться уроки физкультуры. Ну честно, я постараюсь ходить. Конечно, если позволяем, то я буду ходить. Люди будут тоже ходить плавать. Нормально, в принципе. Будет полезно там время времени. Там каждый нагрузка, не знаю. По плану новый спортивный объект распахнет свои двери для самарцев уже следующей осенью. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. С установки государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области состоялся успешный старт ракеты «Союз-2-1Б». Установленные на первой и второй ступенях ракеты-носителя самарские двигатели сработали штатно. Космический аппарат вывели на целевую орбиту в расчетное время. Специалисты сервисного центра и инженеры-конструкторы приняли участие в подготовке ракеты-носителя к старту, а также наблюдали за работой двигателя в полете. В Самаре продолжается строительство новой станции метрополитена. Основной фронт работ на Галаксионовской, в скверах на пересечении Свилоновской и перекрестке Галаксионовской-Красноармейской. Здесь в будущем возведут станционный комплекс и проходки перегонных тоннелей. Подготовка включает в себя вынос водопроводных, канализационных, электрических и тепловых сетей. Параллельно инженерные коммуникации переустраивают в районе перекрестка в границах улиц Самарской, Полевой и Новосадовой. Как и по участку Галаксионовской, здесь временно ограничено движение транспорта. В зоне метростроя на этом перекрестке сейчас занимаются выносом водовода, переустраивают ливневый коллектор, а также переносят сетевые кабели. Все объездные пути были заблаговременно подготовлены. Скорректирована работа светофоров. Для удобства трафика появились дополнительные светофоры и поворотные секции. Ввели одностороннее движение по участку улицы Первомайской. При строительстве метро повышенное внимание уделяют сохранению элементов архитектуры, зеленых насаждений. Также стараются минимизировать неудобства для горожан. Например, в районе улицы Галаксионовской, в тех локациях, где рядом нет жилых домов, работают круглосуточно. При этом шумные работы ночью не производят. Основные задачи по переустройству инженерных коммуникаций в зоне метростроя в историческом центре рассчитывают выполнить в конце ноября. Однако часть подготовительных работ продолжат и в декабре. А у перекрестка улиц Самарской, Полевой и Новосадовой, где трудиться начали 8 октября, вынос инженерных сетей должны закончить в течение 39 дней. Отмечу, что все работы, сопряженные со строительством станции метро «Театральная», находятся на непрерывном контроле. Его осуществляют региональный заказчик и подрядчик совместно с мэрией и профильными службами областного центра. Согласно расчетам специалистов, после завершения строительства первой ветки самарского метро и ввода в эксплуатацию «Театральной», до 7-8 минут может сократиться интервал движения электропоездов подземки, а путь между конечными станциями займет около 20-25 минут, за которые из отдаленных районов города можно будет добраться до исторического центра, где сосредоточено большое количество театров, музеев и других социокультурных площадок. Это на долгие годы, не только для нашего поколения. И это удобство оценится в первую очередь наши потомки. Но и мы, я нисколько не сомневаюсь, в короткий уже период времени сможем оценить удобство данной станции.
Отвечай и выигрывай. В Самаре наградили победителей конкурса «Самара в движении». Он приурочен к 80-летию самарского троллейбуса, одного из самых экологичных видов общественного транспорта. Какие подарки получили знатоки, расскажем в сюжете. В компьютерном пространстве с молодыми на равных. Татьяна Санкина хоть и на пенсии, однако времени зря не теряет. Активно пользуется социальными сетями, интересуется историей и географией нашего края. Поэтому решила принять участие в конкурсе-викторине «Самара в движении». Татьяна Федоровна признается, победить помогла статья краеведа Глеба Алексушина. Полученные знания пригодились, многие вопросы не вызывали затруднения. Я прочитала, была большая такая статья о самарском троллейбусе. И тут получается, что вот эта викторина, конечно, она мне во многом помогла получить эти ответы. Это очень интересно, очень познавательно. Продолжайте, мы будем еще участвовать. Поучаствовать в конкурсе решила и студентка Екатерина Лузанова. Девушка учится в самарском филиале Московского городского педагогического университета. Добирается до университета почти всегда на троллейбусе. Признается, некоторые вопросы викторины ей показались сложными, поэтому для поиска ответов использовала дополнительную литературу. Но многое знала и до этого, так как изучает историю и социально-политические дисциплины. Да и в культурной жизни города знает толк. Я подписана на все музеи, на администрацию Самары, потому что таким образом я слежу за афишами каких-то культурных событий. Тоже, кстати, часто их посещаю. Поэтому вот, листая как раз-таки ленту в социальной сети администрации, я и узнала об этой викторине. Сразу решила поучаствовать, потому что троллейбус – это мой самый любимый вид транспорта. Организатором конкурса викторины выступило Управление информации и аналитики аппарата администрации городского округа Самара во взаимодействии с Департаментом транспорта, муниципальным предприятием «Трамвайно-троллейбусное управление» и единым оператором электронного проездного «Объединенная транспортная карта». Конечно, мне откликнется большое количество горожан, интересуются, занимаются. Более того, викторина уже позволяет прочитать какую-то литературу, чем-то там поинтересоваться. Удивило то, что троллейбусное движение в Самаре было открыто в 1942 году, разгар Великой Отечественной войны. Люди, несмотря на такое там тяжелое время, своим вот героическим трудом поднимали троллейбусы, делали все для того, чтобы была победа и в тылу, и на фронте. Вот эти вот человеческие качества этих людей, которые запустили троллейбусное движение, меня искренне восхищают. В течение недели участники в официальных аккаунтах администрации Самары отвечали на вопросы и зарабатывали баллы. Екатерина и Татьяна набрали максимальное количество очков по итогам всех конкурсных постов. От администрации города, от трамвайно-троллейбусного управления вам огромное спасибо, что вы поддержали эту такую инициативу, приняли в ней участие, поэтому мы вам дарим подарки. Знатокам провели экскурсию по музею муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» и вручили транспортные карты с пополнением на 1500 рублей, а также сувениры с символикой национального проекта «Безопасные качественные дороги». Яркий зонт поднимет настроение и защитит от дождя, а книга об истории ТТУ обогатит новыми знаниями, которые пригодятся для участия в других подобных конкурсах. Это все во благо людей. Так что спасибо вам большое. После того, как в этом году была проведена рекрутинговая кампания на трамвайно-троллейбусном управлении и улучшилась ситуация с водителями, с кондукторами, с выпуском на линии. В прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» нам 22 адмирала пришло. Они, их отзывы пока только положительные, но тем более там есть кондиционер, и поэтому там и зимой комфортно, тепло. И летом в жару это первый транспорт, где люди тоже прохладу могут ощутить. Так, в целом, если посмотреть, вообще 80 лет – это огромный срок. Так вот, на минуточку, за последние пару десятков лет во многих крупных городах России электротранспорт каким-то образом ушел, позакрывался. Где-то разобрали рельсы и сняли трамваи. Где-то убрали троллейбусы, может быть, частично заменив их автобусами. У нас все сохраняется. Общественный транспорт продолжают закупать ради комфорта пассажиров и обеспечения стабильности перевозок. Направляются заявки на приобретение нового подвижного состава. И в профильном городском департаменте, и в транспортных предприятиях очень надеются, что все заявки будут одобрены. А уже в это воскресенье, 6 ноября, в городе отметят 80-летие самарского троллейбуса. Сейчас этот вид транспорта играет важную роль в обеспечении транспортного сообщения нашего города. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Константин Головин. События.
Самаре готовится к 4-му всероссийскому театральному фестивалю «Русская классика. Страницы прозы». На конкурс представлены 9 спектаклей. В этом году большинство из них комедии. Посмеяться можно будет целую неделю в ноябре. С 8 по 13 число. Подробнее расскажет Сергей Кизоркин. Для любителей и знатоков театрального искусства скоро откроет двери всероссийский фестиваль «Русская классика. Страницы прозы». Ведущий актер театра драмы Владимир Гальченко уверен, этот театральный форум уникален. Здесь показывают спектакли не по пьесам, а по романам и повестям. Для режиссеров и сценаристов это сложная работа. Все, что происходит в душе человека, связано с тем, что происходит в мире, в стране, в нашей жизни, радостного и не очень – то, что нас волнует сегодня. На эти вопросы должен или отвечать театр, или хотя бы их задать для того, чтобы мы вместе подумали о чем-то очень важном. Самарский фестиваль русской классики полюбили театры двух столиц, а также всей европейской части России – Тамбов, Казань, Липецк, Пенза, Ульяновск. В этом году ждут новых гостей из Арзамаса и Тольятти. Самарские театры в стране не останутся. Свой спектакль покажет вне конкурса организатор фестиваля «Театр камерная сцена». Нравственной сутью всех показов будут традиционные российские духовные ценности. Фестиваль способствует развитию художественного вкуса, пробуждению в зрителе интереса к русскому языку, литературному классическому наследию, шедеврам русской словесности. Это получается фестиваль не только театральный, но еще и литературный, потому что нужно написать инсценировку по прозе сначала, а уже потом поставить спектакль. Дело непростое, поэтому не очень многие за это берутся, и в связи с этим у нас фестиваль в Самаре один-единственный в России. Из 9 спектаклей 7 комедий. Оценивать работу театров будет независимое московское жюри. Председатель Элеонора Макарова, руководитель кабинета критики Союза театральных деятелей России. Номинаций несколько. По традиции, конечно, выберут лучшего актера и режиссера. Победители фестиваля в 8 номинациях получат бронзового «Арлекина». И это не случайно, ведь фестиваль проходит в театре «Камерная сцена», символом которого и является «Арлекин». Литьем бронзовых 30-сантиметровых статуэток занимается один из лучших скульпторов Самары Николай Куклев. Готовятся к фестивалю и самарские театры. Спектакли пройдут с 8 по 13 ноября в двух местах. Это площадки театров «Камерная сцена» и «Самарская площадь». Зрители ждут на премьеры в 18:30 по будням, в выходные в 6 вечера и в полдень. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Дерево, которое способно ожить в руках мастера. В Самарском областном художественном музее продлили выставку «Сотворение» Алексея Князева, скульптора, художника декоративно-прикладного искусства в технике резьбы по дереву. Такое решение было принято, потому что работы Алексея пользуются особой популярностью. Накануне экспозицию оценили и сотрудники городской администрации. Подробнее в нашем сюжете. В это сложно поверить, но на произведениях Алексея Князева нет ни одной приклеенной детали. Каждая картина изначально была цельным куском древесины, а потом под рукой мастера становилась произведением искусства. Перед открытием своей первой персональной выставки именно на Самарской земле художник переживал, как будут смотреться рядом работы, созданные для разных коллекций в разное время. В зале собраны работы за последние 25 лет. Но опасения не подтвердились, экспозиция получилась очень органичной. Мы когда привезли все работы сюда и сделали первоначальную, но такую рабочую экспозицию, от сердца отлегло, что все, работы живут, работы соседствуют, и, можно сказать, выставка удалась и состоялась. По возможности автор сам проводит экскурсии по своей экспозиции. В этот раз он рассказывал о своих работах сотрудникам городской администрации, которые были награждены походом в музей за высокий уровень работы. В связи с большой популярностью данной выставки руководство музея приняло решение продлить ее еще на неделю. Работы мастера можно будет посмотреть до 13 ноября. Я считаю, что Алексей Васильевич это просто бриллиант нашего города. Это человек, который может все. Он прекрасный педагог, у него золотые руки. И то, что этот проект состоялся, это на самом деле подарок для губернии. Выставка «Сотворение» станет и центральной частью «Ночи искусств» Самарского художественного музея, которая состоится 4 ноября. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. «Россия, родина моя». Праздник с таким названием прошел в Красноглинском районе. Торжество организовали городские власти совместно с Самарской организацией Союза композиторов России. Концерт посвятили параду 7 ноября 1941 года и Дню народного единства. Ты не
Это не просто концерт, а энциклопедия нашей страны. С такими словами артисты обратились к публике, которая собралась в Доме культуры «Октябрь». Вечер для жителей Красноглинского района Самары организовали администрация областного центра и Самарская организация Союза композиторов России. Концерт посвящен параду 7 ноября 1941 года и Дню народного единства. Концерт сегодня патриотический, мы его так и назвали, патриотический концерт. Хотя песни будут звучать о России и лучшие песни, созданные советскими композиторами, потому что это все наше духовное достояние нашей Родины. И концерт называется «Россия, Родина моя». А Родина наша богата не только лесами, недрами, алмазами, вот, конечно, людьми замечательными и, конечно, прекрасной музыкой. Несмотря на снежную и ветреную погоду, в концертном зале практически не было свободных мест. Мы с сестрой решили прийти на это мероприятие. Вот. Увидели здесь очень много знакомых, которых давно не видели. Люди все нашего возраста, которые всю эту историю помнят, знают и с удовольствием приходят на такие мероприятия. При сопровождении оркестра Главного управления МВД России по Самарской области на сцене выступили солисты театра оперы и балета, эстрадные артисты и исполнители народных песен. Для горожан исполнили композиции советских лет, которые были написаны в годы Великой Отечественной войны, и для кинофильмов, рассказывающих о тех событиях. С такой же разнообразной программой артисты выступят 9 ноября в Куйбышевском районе Самары в Доме культуры «Нефтяник». Михаил Ермоленко, Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Самарский проект занял второе место в фестивале стрит-арта Приволжского федерального округа «Форм Арт». Победители были определены в ходе торжественной церемонии, проходившей в онлайн-формате с подключением всех регионов округа. На финальном этапе традиционно проводилось общественное голосование, в котором мог принять участие любой житель России. А также за финалистов отдельно голосовали эксперты регионального и федерального уровней. Всего в голосовании приняли участие более 111 тысяч человек и около 90 экспертов, сообщает телеграм-канал администрации города «Вести с Дворянской». Администрация Кировского района в своем телеграм-канале приглашает жителей принять участие в большом этнографическом диктанте. Это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России. Принять участие в диктанте можно онлайн до 8 ноября. Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте диктанта до 11 ноября. 4 ноября в Самаре пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств». В этом году мероприятия акции будут приурочены ко Дню народного единства и посвящены теме «Наши традиции». В муниципальных библиотеках состоятся лекции, дегустации, творческие мастер-классы, авторские экскурсии, этноконцертные программы, квесты, тематические выставки и выступления творческих коллективов. В муниципальных домах культуры пройдет просмотр художественных фильмов, интерактивные программы и патриотические концерты. В муниципальных музеях города будут организованы авторские экскурсии, выставки, лекции, информирует телеграм-канал Департамента культуры и молодежной политики Самары. Скажи свое мнение. Мы продолжаем проводить опросы в нашем телеграм-канале на актуальные и интересные темы. В этот раз мы спросили у наших подписчиков, где они переобувают автомобиль. 3% ответили, что пользуются услугами сервисов. 33% ответили, что у них нет автомобиля. 21% меняют колеса самостоятельно. И еще 3% зовут на помощь друзей. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, хороших выходных!